Красивая улыбка – залог популярности. Именно поэтому знаменитости тратят огромные суммы на свою внешность. Сегодня мы узнаем цену звездных улыбок. Хотя у Юлии Началовой изначально была красивая улыбка, с ней все же поработали косметологи. Ботокс расслабил мышцы рта и немного изменил улыбку. Теперь десны не открываются так сильно, как на ранних фотографиях. Ориентировочная цена, которую Юля потратила на свою улыбку – 350 тысяч рублей. У Аллы Борисовны проведена полная реставрация зубов. Изменена форма, десенные контуры, закрыта диастема, щербинка. Обратите внимание, что певица выбирала естественный оттенок, светлый, а не искусственно-фарфоровый. Это пример хорошей работы специалиста и правильного пожелания клиента. Ориентировочная цена подобных процедур – 850 тысяч рублей. У Ксении Собчак один из самых сложных случаев – открытый тип десенной улыбки. Улыбка смещена вверх относительно челюсти, а когда она улыбается, нижних зубов почти не видно. Чтобы скорректировать это, вероятно, были установлены виниры и коронки. Наверняка не обошлось и без брекетов. Есть подозрение, что для коррекции применялась ортодонтическая хирургия. Примерная стоимость улыбки Ксении – 750 тысяч рублей. Улыбка на миллион – это точно про улыбку Тома Круза. В начале карьеры ему пришлось изрядно попотеть, чтобы привести свою улыбку в порядок. Но идеала не вышло. Верхняя челюсть актера будто сдвинута влево, и никакие брекеты не помогают Тому решить проблему. Круз не сдается и продолжает вести бой с зубами. На данный момент, по примерным подсчетам, актер потратил на свою улыбку около 20 тысяч долларов. Неровный зубной ряд с мелкими зубами, потерявшими цвет в результате депульпирования. Такой была улыбка Деми Мур. Стертые зубы были подняты коронками, на здоровые были установлены виниры, и улыбка актрисы стала великолепна. Правда, пришлось попрощаться с 30 тысячами долларов. Сквозь огромные промежутки между зубов Бена Аффлека утекли многомиллионные гонорары. Бену потребовались и виниры, и коронки. Впрочем, Бен не слишком церемонился с коронками и установил на жевательные зубы золотые. Что это, попытка сэкономить или актерский эпатаж? Как вы думаете, добились бы эти знаменитости таких высот, если бы не исправляли свои улыбки? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного!